Всем привет! С вами снова канал Еда на любой вкус. Я продолжаю делать заготовки на зиму. И сегодня у нас рецепт «Пальчики оближешь». Помидоры мы будем консервировать дольками либо половинками, поэтому помидоры подойдут любого размера, как крупные, так и мелкие. Ну а название рецепта говорит само за себя. Итак, давайте быстренько посмотрим, что нам сегодня необходимо. Возьмем помидоры в количестве 1 кг, 2 средние луковицы, немного горького перца, лавровый лист 4 штуки, 6 зубчиков чеснока, перец черный горошек и перец душистый горошек в количестве по 1 чайной ложке, зелень укропа и петрушки, 2 столовые ложки растительного масла, 50 мл 9% уксуса, 3 столовые ложки сахара и столовая ложка соли. Все ингредиенты у меня рассчитаны на 2 литровые банки. Репчатый лук нарезаем кольцами. На литровую банку нам понадобится 1 луковица. Теперь режем помидоры. Крупные помидоры разрезаем на 2 части. Отрезаем место, где была плодоножка. И каждую часть разрезаем на дольки. Если помидоры мелкие, можно их разрезать просто на 2 части. Теперь следует подготовить банки. Я их помыла пищевой содой и простерилизовала 5 минут. Также 5 минут стерилизовались крышки. На дно каждой банки добавляем по 3 зубчика чеснока. Чеснок, кстати, предварительно промываем холодной водой после того, как вы почистили его. Также промываем водой лавровый лист и добавляем по 2 штуки на каждую банку. Добавим по 0,5 чайной ложки на каждую банку черного перца горошком. И также по половине чайной ложки перца душистого. Горький перец я разрезала вот на такие колечки. И по 5 небольших колечек я добавляю на каждую банку. В принципе, горький перец вы можете брать по вкусу. Теперь начинаем укладывать помидоры, чередуя их с луком. Затем добавляем петрушку и укроп. Продолжаем укладывать помидорки. Все ингредиенты можно чередовать в любом порядке. Сверху докладываем оставшийся лук и еще немножко укропа. Теперь подготавливаем маринад. Наливаем в кастрюлю 1 л воды. Включаем нагрев. Добавляем 3 столовые ложки сахара и столовую ложку соли. Ждем, пока наш маринад закипит. Маринад закипел, добавляем 50 мл 9% уксуса, перемешаем и как только закипит, выключаем. Полученным маринадом заливаем помидоры. И сразу же накрываем стерильными крышками, чтобы уксус не испарялся. Теперь мы берем кастрюлю, наливаем туда немного теплой воды. Обязательно теплой, потому что мы заливали наши помидоры горячим маринадом. Укладываем на дно полотенце, либо какую-нибудь тряпочку, чтобы банки не соприкасались с дном. И аккуратно устанавливаем наши банки с помидорами. Добавляем воду, чтобы она доходила до плечиков банки. После того, как мы установили банки в кастрюлю, в каждую баночку добавляем по 1 столовой ложке растительного масла. Накрываем крышками и ждем, пока водичка закипит. После закипания убавляем нагрев и стерилизуем помидоры 15 минут. Если вы налили слишком много рассола, то он немножко будет выбегать из банок, это не страшно. Либо можно его немножко не доливать, потому что помидоры немножко поднимутся. Спустя 15 минут аккуратно достаем банки и, не открывая крышку, сразу закатываем. Затем баночку переворачиваем, проверяем, чтобы плотно была закрыта крышка. Убираем под теплое одеяло до полного остывания. И как только помидоры остынут, храним их в темном прохладном месте, а зимой пальчики оближешь. С вами был канал Еда на любой вкус. Обязательно подписывайтесь и не пропускайте новые рецепты. Заходите также в гости на канал, там тоже очень много интересных рецептов. Делитесь рецептом с друзьями, ставьте лайк, если понравился рецепт. И до скорой встречи, пока!